Нурсултан Назарбаев продолжает преследовать своих политических оппонентов. Внутри страны по приказу правителя Казахстана на лидеров оппозиции фабрикуют уголовные дела. За рубежом для достижения своих целей Назарбаев идет на прямой подкуп. Год назад назарбаевские эмиссары подкупили служителей итальянской Фемиды и фактически выкрали из Италии жену и дочь Мухтара Аблязова. Только после громкого международного скандала и многочисленных публикаций в западных средствах массовой информации родственников Аблязова вернули в Италию. На этот раз эмиссары казахстанского диктатора, похоже, искали подходы к австрийским властям. По крайней мере, судя по высказываниям Назарбаева, Елбасы уверен, что Алиева не выпустит из тюрьмы. Однако, скорее всего, бессменный казахстанский президент выдает желаемое за действительное или пытается делать хорошую мину при плохой игре. Расследование по этому делу держать на личном контроле. И на базе этих данных принять все необходимые меры для экстрадиции преступников и для того, чтобы виновные в убийстве банкиров предстали перед судом и несли ответственность по закону. Австрия является нашим добрым партнером, вообще-то, с которым имеем большие экономические отношения. Я думаю, теперь у австрийских властей нет аргументов, чтобы не выдать этих преступников, чтобы справедливость восторжествовала. Однако общественность в Казахстане и за рубежом не очень хорошо разбирается в перипетиях этой войны между бывшими близкими родственниками. Для многих это напоминает многоходовую игру, в которой победитель как никогда и не выявится. Все это действие напоминает мне игру кошки с приманкой. Вот когда кошка вдруг неожиданно теряет интерес к приманке, уверенная в ее недоступности, эту приманку вновь начинает приближать к кошке, активизируя ее, заставляя проявлять определенный интерес. Мнение Телебекова, общественного деятеля, известного своей осторожностью, можно понимать неоднозначно. В настоящий момент бывший посол Казахстана в Австрии и один из главных врагов Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев находится в австрийской тюрьме. Суд вынес постановление о предварительном его задержании до 20 июня. После этой даты вопрос о мере пресечения будет рассмотрен повторно. Судя по оптимистическим высказываниям адвоката, велика вероятность того, что Рахат Алиев в конце июня может выйти на свободу. В любом случае, можно быть уверенным, Казахстану Алиева не выдадут. Весь цивилизованный мир знает, что в Казахстане нет независимого суда. Оппонентов режима ждет гарантированный тюремный срок, без всякой надежды на апелляцию.